Делаем, смотря новый регион, потому что почему бы нет, я бутылку с собой не взял. Некоторые хейтеры скажут, а ты проверь жопу, ты не сидишь, говорит, нет, бутылку с водой не взял, сейчас, блин. Пошел, понимаешь, на кухню брать бутылку, собственно говоря, с водой. Это еще не бухло стрим, да? Пошел забирать бутылку, а оказывается ее там нет. Оказывается, я в туалете забыл. Я просто спасать сходил и забыл там. Я не в бутылку, если что. Заранее хейтеры, если что, осуждаю максимально. А, кстати, мы же можем вот так вот сделать. Смотри, жестко, смотри. Оба, забалдеем. А, не туда, стой, блядь, я хотел на Казахстан. Я хотел на меч на Казахстан крутануть. Блядь, сисянь еще выпала, сука, помойка. Вот это жопа в говне, блядь. Что я сделал? Какое обучение? Не понял. Флагинстон. Особая высокотемпературная. Чё? Работа только при поступлении. Флагистон. Флагистон больше как название лекарства какого-то звучит от поноса. Так, принимай наш флагистон. Надолго жопу закупорить. Вот тут верю, вот тут плюс. Верю. Да, я поверил, да, шо. Закупорить тебе, естественно, или закупорить, да, как правильно. Короче, если что, заранее, от неожиданного момент, да, то, что скажу в YouTube, не, или не в YouTube, или в Рутуб, или в Дзен, или просто по почте тебе это видео прислалось. В почтовом ящике, неожиданно. Ты открыл почтовый ящик, тебе это видео. А я не понял. Обзор на план. Коллаборация с этим, с Black Star Mafia, наконец-таки. И добавили наконец-таки Натана. Его действительно не хватало в Геншин Импакте, поэтому наконец-таки с тобой насладимся. Почему бы и не да? А мне надо это, там не масляр еще на Тлановске. У меня нет, а это для этого надо этот репутацию повышать. А я тут это попуск, блин. На самом деле это понятно идет, что я пиковый туз, блять, во всех местах. Но, блин, тут-то я неизвестный еще. Как знаешь, в Японии я уже рассказывал эту историю. Но в Японии есть такой приколдес, то что они специально берут, когда становятся популярными художники, они такие типа: все, я ухожу в смерть! Сердце! Ай! На самом деле, под другим именем начинают в другом стиле рисовать и тоже пытаются стать популярным. То есть, на самом деле, я сейчас не популярный, потому что в прошлом я был супер популярный. Называется серия «Ставь плюс», если хочешь соло-контент на сисянь. Не ставьте плюсы, пожалуйста. Твич 144 рубля, смотрю. Так это нормально, это самые уважаемые люди смотрят 144 рубля контент. Большинство людей, которые будут смотреть вот это видео потом в качестве нарезки, они тоже будут смотреть 144 рубля, потому что это самые уважаемые вообще качество из всех. Еще и в супер дерьмовом качестве звука, чтобы я вообще не слышно было, что там говорю, что просто бубнение было, типа. Блять, только не говорите, что тут добавили вот этот мангал дебильный из Elden Ring. А, я мог туда прилететь. А чё я пешком сюда шел? Вот этот знак дерьма. Я не видел то, что я сюда прилететь мог. Я чё пешком сюда шел 20 лет? Да ты шо, активировать. А, я активировал, и ничего не сработало. Это так и должно оно работать, по идее, да? О, это мы сейчас соберем с тобой первое. А мне масляр вот этот вот, да, как его называют? Как это, блядь, вот эта хуйня называется, когда ты сосиски жаришь? Огонь. Огненный, а мне масляр с тобой соберем первый. Фирменный, матовый. Вот он, ляг. А где он? Что это за херня? Куда я? Ты куда меня засунул? Меня очков в преисподней засунули куда? Заблудшие дети. Да нахрена мне ваши дети нужны? Мне не нужны дети. Я хоть и стример, но я детьми не увлекаюсь. Ты что, пел пешочком, ибо не видел телепорт? Это реально, Брэд. Какой дурак, блядь, в геншиновском офисе догадался, блядь, поставить вот этот ебливый маркер прямо рядом с дебильным телепортом, чтобы не было видно, что я могу туда притпшиться. Какой-то непонятный маленький темнокожий ребенок. Осуждаю, если что, 20 раз. Если что, я это не одобряю и осуждаю на стриме. Вот так вот. Я стал маленьким темнокожим мальчиком. Моя мечта сбылась. Красота. И все, я его засунул обратно куда-то. Я в какую-то... Не буду называть слово на букву Т, засунул его. Осуждаю, это осудительный регион какой-то. Это покемоны? Не, покемоны это надо, конечно. Учить всех их дебильные способности. Я что, вам похож на гения? Я не буду учить их способности. Я уроки не учил в школе. Что? Назови его имя. Чушпан. Давай, Чушпане. Грузинское имя Чушпане будет. Чушпане его будут звать, да? Дадим малышу имя Чушпане. Ну давай. Он не играет в игры, он в них живет. Да, я согласен. Я живу в киберпространстве, кстати. Я на самом деле существую в киберпространстве. На самом деле я умер уже в реальной жизни. Я существую только в пикселях. Вы видите меня только на экране, а меня в реальной жизни-то не существует, поэтому да. Покиньте странное место. Да реально очень странно, блядь. Какой-то Чушпане здесь живет. Ну ладно. Это мод на Мадагаскар? Да, это мод на Мадагаскар. А где Глория? Где Мелман? Что за бред, блядь? Я зачем скачал эту хуйню? Я качал 20 лет. Офигеть! Ругаются, что чернокожих нет. Ты посмотри, какие фишки идет. Ты ж. Ля, дэм, бой. Я могу делать только. По-моему, очень жестко, кстати, было. Слушай, худой, поставь мой любимый трек. За 100 моры, и поставишь трек. Ты достаточно щедрый человек. Вот это потрясающий регион. Добавьте, пожалуйста, регион в Геншине, чтобы не надо было высоко залезать. Я задолбался залазить на эти дебильные горы. Знаешь, сколько вот этих вот пирокулов надо собрать? По-моему, 300 с хреном надо собрать, если не больше. Если не 400 с хреном пирокулов надо собирать. Да я того маму-папу на полдюйма называется. 400 пирокулов собирать. Какой дебильный, неприятный, болотный цвет. В ожидании принятия.
Ну, ожидай, дурачок, блядь, что я могу тебе сказать? Я ничего не чувствую. Токийский гуль неожиданно прорвался в Дотланд. Дальше будет игра меня скамить, напоминать мне то, что я не только скуф, но что я еще и dead inside. Что за кибербуллинг, блядь, происходит, я не могу понять. Я играю в 15 секунд в этот дебильный Дотланд. Опять буба-стрим какой-то. Ну, не в смысле буба-стрим, имеется в виду, блядь, как это называется? Буба-зафиксирование происходит. Ты бы, девочка-дурочка, так умела это делать без статуи вот этой вот кукановой. Ты бы так умела, блядь, делать без вот этого приколдеса, чтоб я, сука, поехал на кудыки, на гору, с 20 пересадками, блядь, вот это помолился 20 монахом, чтоб ей эту силу дали, чтоб она сразу умела вот так вот делать. Это новый сезон ВВ? Это новый сезон ВВ. Это Ибрагим летит, покрасился в белого гуля и прыгает с крыши после этого, это новый сезон ВВ. Мне теперь под писи динозавра нужно забирать дебильный пирокул. Куль? Какой в жопу какакуль? Я нахрена скачивал 200 тысяч гигабайтов обновлений, чтобы пожилые какакули в первой хуйне собирать какой-то непонятный. А, вот это мне еще надо, да? Или нет? Как это херобора работает? Дебильный новый регион говна, я нихрена не понимаю. Кубанский регион, нихуя не понимаю фразу, с которой начинается каждый регион Геншина. Так и есть, ты заходишь, вот я фонтенка зашел, ля, красиво, но полная хуйня. Я потом, когда прошел фонтен, я все равно думаю, что фонтенка это хуйня. И зачем это все надо? И зачем я сюда пришел? И зачем я все это делаю? В чем прикол? Ля, ты посмотри, как же она удивилась. Это в Геншин вот этот вот прикольчик анимешный добавили. Прикольный анимешный прикол с глазами вот этими. Типа, хо-хо-хо. Удивление, аниме, круто, молодежно. Мы тоже хайповые. Нам всем, конечно, по 40 с хреном в сраку лет, но мы все тоже хайповые и молодежные. Мы все вот это шарим за аниме. Разрабы действительно превзрошили себя. Они действительно, во-первых, держат планку. Как всегда, дерьмо. А ты что, вот это разрабы молодцы, конечно. Лучше. Гении доты, блин. Самый прекрасный регион в мире. Симулятор скалолаза и симулятор диалогов. Это ради этого скачивают Геншин, чтобы почитать диалоги и позалазить в гору. Это реально какой-то рофлс? Это реально какой-то молодежный директор пришел в Геншин, то что он добавил вот эти новые какие-то обновы? Неожиданно молодежных приколов понадобавляли. А можно сюда в ТикТок залить какой-то приколдес? Или выпить смузи? Это же по-молодежному, да? Я просто не знаю, что сейчас молодежь делает. Ну реально, что она молодежь? Сидит, наверное, в тюрьме за репост. Я останусь... Я слышу, что они поменяли голос Паймон. Как можно было, сука, из... Противный Паймон сделать еще более, сука, противную Паймон. Дед в морской бой, сука, играть еще не умеет дополнительно. Он все клетки обстрелял, а нужные не обстрелял. Лох ты, дед. И вот я уже бегаю по Натлану 20 тысяч хреном лет, и я ни одной загадки не решил натлановской. Ни одной. Все, погнали, чушпаны. Вот сейчас вот какая-то там херня находится, я жестко докажу всех, правильно? Эта хуйня еще и заряжается. Пожилой пауэрбэнк какой-то в Натлане, почему бы и не да? Бля, как загадки решаются, сука? Помогите дураку старому. Как решаются загадки эти дебильные? Я вообще не понимаю, как вылезти из тебя, дура тупая? Мне сюда, конечно, не надо было. Да кто бы я спросил называться? Что мне надо? Что мне надо? Да я и не спрашиваю, собственно говоря, я просто беру и делаю. Просто беру и делаю, как Илон Маск говорит. Ты не думай, ты делай. Стив Джобс говорит, если ты хочешь идти быстро, иди один. Если ты хочешь идти долго, то иди с кем-то. А Феля Киркоров говорил, если хочешь, иди, иди. Если хочешь забыть, забудь. Если ты гуль, то ты гуль. Да убей ты мешать, сука. Я единственный, по-моему, ебач, который проходит это с помощью фурины. Ну, ни одного человека в мире не существует, который проходил бы это с помощью фурины. Я единственный гений, который догадался это с помощью фурины проходить. Та-та-та-та-та-та-та-та. И все, и музыка кончилась, блин, обидно, проиграли. Так, ну это будет первая загадка, которую я смогу решить в Геншиде. Это же жестко! Вот я только что сказал то, что это будет первое испытание, которое я смогу выполнить в том регионе. Забудь то, что я говорил. Это неправда. Этого никогда не случится. Я, блядь, ни одно испытание, сука, в Геншине не закрою. У меня целое видео будет посвящено тому, что я ни хрена не сделаю. Это жестко. Невозбужденный атом водорода поглощает квант излучения длиной волны 102 нанометра. Вычислить, пользуясь теорией Бора, радиус электронной орбиты возбужденного атома водорода. Тут либо я даю ответ, либо я квадробер. Ответ 13 тогда. Это правильный ответ. Если ты скажешь, что это неправильный ответ, то ты не шаришь. Я решал данную задачу, еще когда я был маленький, я уже решил эту задачу, вообще решение, из-за чего появилась эта задача. Это я его придумал. Это потрясающий регион. Единственное, что я здесь делаю, это падаю, проваливаюсь в крушинки и не могу ни одну загадку решить. Ради этого создавали геншинисты вот этот вот дебильный новый регион, чтобы легенда проваливался в кусты. Бусти — это самое лучшее место. Особенно мой Бусти. Это собрание. Это клуб. Элитарный, аристократический клуб самых элитарных людей в мире, понимаешь? Это секта тупо, да? Я как бы делаю, да? Я действительно стараюсь. Я действительно ночью не сплю. Я пытаюсь, я потею, я в поте лица стараюсь это все сделать. Но я еще не начал. А, ладно, 10 из 10 регионов, кстати, да, нормально, работает, как швейцарские часы, кстати. Это для фуд-фетишистов, для квадроберов, это кому нравится, вот эти квадроберские ноги, это для вас сейчас футажик был, это клипуйте, это фоткайте, вот оно, фоткайте, скриньте, вот оно, оба! Черт, ёп, попуск.
выкину его к ебени матери. Все, пошел, короче, все. Пошли смотреть ВВ. Заеб.